вход в здание отеля. Слева находится ресепшн. Тут находятся многочисленные ресторанчики. Это резервация а-ля карт ресторанов. Стойка Annextura с информацией о выезде туристов. Зона, где можно посидеть, почилить, таксофон. Так, а что тут у нас? Конференц-зал. Это главное здание, северный корпус, рядом с морем. Он подороже немножко. И также отель состоит из нескольких корпусов, двухэтажных зданий. Это южные корпуса, они подешевле. Ну, менее удобно, потому что далеко от ресторана, далеко от моря, далеко от больших бассейнов. Между северным и южным корпусами есть такая вот зона с таким ландшафтным парком, пергола, где можно посидеть. Такие типа бассейны, которые, можно сказать, без воды сейчас. Это заезд в гостиницу, прямо ресепшн, купол, внутренний купол здания. Флаги основных стран, которые отдыхают здесь, присутствуют: Россия, Белоруссия и Канада. Украины нету, Америку здесь ненавидят, не любят. Самый центр отеля – это зона бара, зона выдачи полотенец, колонки стоят, и здесь проходит анимация дневная. Если пойти прямо, можно попасть на море по одному из таких трапиков пирсов. Один слева, второй справа по центру. Здесь прикольные такие большие лежбища. Где-то, наверное, 2.5 на 2.5 метра. Огромные. Они крытые, защищают от дождя, защищают от солнца. И если хорошая погода, они пустуют, потому что люди чилят на пляже. А в плохую погоду они в первую очередь резервируются, потому что они очень удобные. Лежишь как на матрасе, как на кровати. Под солнышком, рядом с баром, рядом с бассейном. Удобно отдыхать. Душевые здесь находятся, бар. Уже утреннее время, уже кто-то стоит за алкоголем. Главный бассейн, волейбольная сеточка, можно поиграть в пляжный волейбол. По центру мини-клуб. Это у нас сувенирная зона, продаются сувенирчики, и через такой проход можно попасть как раз на пляж. Детская зона правее, а впереди бар, снэк-бар пляжный. С пляжа можно прийти, взять себе закуски и алкоголь. Продолжение бассейнов. Центральный корпус. Какие-то постройки технические. Кстати, многие кубинцы носят маски именно на территории отеля, не только внутри помещений, но и на улице, как видно. Это, на самом деле, очень удивительно, но видимо, они привыкли в Гаване так ходить, и в отеле также делают. Здесь бильярд, можно в бильярд поиграть. И впереди диско, дискотека, и там находится один из а-ля-карт ресторанов. Дискотека, громко, конечно, сказано, но там проходит анимация, вечернее шоу, там стоят колонки, играет музыка и так далее.
такая зеленая территория, прикольно. Так выглядит главное здание, главный корпус с улицы. Такое достаточно подобшарпанное здание. Много всяких дыр на фасаде, подоблупленное. Но для Кубы это норма. Прям в идеальном состоянии зданий, отелей найти очень сложно. Обходим с технической боковой стороны здание главного корпуса. Тут теннисный корт, даже два теннисных корта. И спортзал. Первый, второй, третий этаж. А там, где ресепшн, главное здание, оно до 4 этажей достигает. Шикарный ретро-автомобиль стоит здесь. Правда, стекло перемотано скотчем. Такая, конечно, кузов в не самом лучшем состоянии. Фордоматик. Спортзал. Впереди снэк-бар. Через снэк-бар можно пройти и попасть в внутренний дворик, где двухэтажный бунгало находится. Тут свой такой маленький примитивненький бассейн. В принципе, все, больше ничего нет, кроме снэк-бара и бассейнов. Лучше, конечно, рекомендую селиться в главном корпусе, там и движника больше, и море рядом. Один из а-ля-карт ресторанов. Естественно, данную территорию отеля, южный корпус, я бы рекомендовал для такого более размеренного семейного отдыха, потому что здесь нету анимации, здесь нету криков оголтелых туристов. Здесь так достаточно тихо, спокойно. И такие большие номера, family room, и там обычно с тремя кроватями, и можно два номера объединить друг с другом. Такие внутренние дворики между корпусами. Достаточно зелено, достаточно приятно здесь ходить. Есть подсветочка. Я сейчас нахожусь в номере, хочу снять маленький обзор своих апартаментов. Они находятся на 4 этаже. Из окна открывается вид на купол. Это получается центральная часть, где ресепшн, где зона баров отеля. Еще маленький купол, непонятно какой, и крыша. То есть по крыше, в принципе, кто-то может проникнуть к тебе в номер, но я сильно не смущаюсь, не переживаю насчет этого. Тут у меня шезлонги, столик, сушатся вещи и сам номер. Зеркало, зона для хранения чемоданов, маленькая кроватка детская и большая двухспальная кровать 2 на 2. Она прям супер king size, широкая. У изголовья картина-картина, две тумбочки, телефон. Стол со стульями, консоль, зеркало. Здесь находится холодильник. Над холодильником современный телевизор с плоским дисплеем. Тут тоже также зеркало. Вот, в плане света, света основного здесь нету. Есть вот такое освещение. Единственное, что можно включить здесь в номере. И номер такой, как бы, супер непритязательный, но по кабинским меркам все очень прилично, потому что здесь крашеные стены,
желтой краской покрашены стены, здесь светлый кафель, одинаковый и в комнате, и в санузле, такая белая советская плитка. Вот, имеется кондиционер, имеется Wi-Fi в номере, что немаловажно, и интернет, в принципе, для Кубы есть и у бассейнов, есть в ресторанах, есть, естественно, на лобби, есть в номерах. Скорость интернета нормальная, то есть можно смотреть видео с Инстаграма, можно, в принципе, всеми приложениями пользоваться, и все будет корректно работать. Так, посмотрим, что дальше здесь у нас. Тут типа шкафа, должно быть две двери, но дверь одна, и непонятно, как она стоит. Здесь такой стеллажик, тут имеется сейф. Сейф бесплатный, и он работает от карточки номера. Штанга для одежды. Здесь получается блок для карточки, включение света. Санузел. Санузел супер лакшери по кабинским меркам. Здесь есть ванна. Здесь даже было положено несколько шампуней, бальзам для тела, body lotion. Три было мыло при заселении и было 6 полотенец. По кубинским меркам просто очень круто. Так, здесь у нас ванна, унитаз, биде, большая раковина из камня, большое зеркало. Полотенце, 3, 4, 5. Еще 2, по-моему, у меня лежит в номере, я перенес туда. Вот, тут фен. Кстати, розетки они такого образца универсального, но вот под обычные российские вилки они подходят, потому что во многих отелях Гаваны, во многих отелях Кубы другой формат розеток, они 110 вольт и там 3 штекера, и они неприменимы для российских таких стандартных вилок. При заселении дают бутылочку воды. Сегодня второй день моего нахождения в номере, воду пока не обновляли. Может быть, она будет каждый день обновляться, но не факт. Вот это у нас там шампунь, 3 шампуня, 2 кондиционера body lotion было, 3 куска мыла. Номер просторный, на вид, мне кажется, 25-30 метров. Здесь такой широкий большой балкончик, то есть можно посидеть, подышать. Изначально мне не понравился вид, конечно, я хотел поменять номер, но пообщавшись с ребятами, понял, что у меня не самый плохой номер, пускай вид видом, но зато здесь тихое место, здесь не шумно, здесь не продувается, и здесь нет музыки от бассейна, здесь достаточно комфортно находиться в дневное время. Конечно, если присматриваться, видно, что все видавшие виды замусоленные, затертые, подраздолбанные. Многократно это все красилось, может быть, лет 10-15, несколько слоев краски здесь я вижу, и синяя, и зеленая проступает. Вот такая дверь, видно, кто-то ее выбивал, и они фанеркой ее залатали. Вот, в ванной потолок, он в таких грибковых следах, в налете, в грязи. Здесь видно, что покоцанная, очень сильно покоцанная плитка. Все в известковом налете, там налеты есть ржавчины. Но это Куба, и в принципе это нормально. Если отель не 5 звезд, а отель такой бюджетный, то это в принципе возможно. Hola.